17 девушек, 16 крестов. В 1915 году жизнь Авроры Мардиганян навсегда изменилась. В тот день турецкие солдаты отобрали несколько армянских девушек, чтобы распять их на крестах в сирийской пустыне. Всего крестов было 16, Аврора оказалась 17-й. Из-за геноцида Аврора осталась сиротой в 14 лет. Вместе с тысячами других ее погнали через горы под палящим солнцем. Жестокость конвоиров не знала предела. Около 1,5 миллиона армян погибло во время геноцида. Но Аврора выжила. После побега ей помогли спастись русские солдаты и американские миссионеры. Аврора совершила невероятное путешествие длиною почти 9000 миль, сперва в Россию, а потом в Нью-Йорк. Аврора хотела изменить мир к лучшему, и потому рассказывала свою историю любому, кто готов был ее выслушать. О ней писали статьи и книги, и даже сняли фильм под названием «Растерзанная Армения». Кассовые сборы от проката составили 20 миллионов долларов. Все деньги пошли на помощь пострадавшим от геноцида. Сегодня мы помним Аврору Мардиганян благодаря ее невероятной способности противостоять трудностям и творить добро, несмотря на перенесенные страдания. Рассказывая историю своей жизни, Аврора часто говорила, что выжила лишь благодаря случайности. Мы верим, что это не так. Аврора Мардиганян. 12 января 1901 года, 6 февраля 1994 года.